Добрый день, друзья. Сегодня вот хочу поговорить на такую тему. Там вот читаю просто отзыв в комментариях, да, по срокам изготовления, опять же. Ребят, понимаете, извините меня, конечно, за эти сроки там большие, просто нереально мне сделать вот сейчас с моим производством больше того, чем я сделаю. К примеру, почему я вот вам хочу вот эти финки показать, да, вот отправляю я их Юрию там в город Тында, понимаете, вот, вы посмотрите, вот как вот они сделаны, просто, да, вот это вот на базе финки вот из Элмакса, и вот финочка из стали там D2. Ребят, вот человек у меня до этого заказал две тяпки, два топора. Вот что я хочу сказать. Человек вернулся опять, сделал опять заказ. Вот это вот я и хочу в своей жизни добиться. Да, сроки большие, но он получил качественную вещь. Он вернулся ко мне опять. Я там заработал, сейчас заработаю. Скрывать не буду. Вот если такое будет всегда, то, поверьте, и на пенсии всем хватит, на бутерброд там с икрой и с маслом, и все. Если же вы сейчас меня будете гнать там, да, срочно, давай там, расширяй, ну там, я не знаю, там, некоторые сказали, расширяй штат. Да как его расширишь, когда, да, учим мы сейчас, берем одного человека, вот сейчас вот обучаем, там, чтобы вот он ручки там накатывал, да, нормально делал. Это на самом деле все не очень легко. Это очень тяжело, и, понимаете, и тут идет уже другая работа, как это все, полировка, то, что я вам даю гарантию, вот если это сталь Элмакс здесь написано, то это будет Элмакс, потому что люди ко мне идут за вещью, которую они заказывают, и я это хочу сделать. Я читаю некоторые отзывы, мне там пишут, что кто-то писал, я даже знаю, кто это уже, я знаю, что там некоторые есть дебилы, их по-другому не назовешь. Там кто-то создает левой странице фейки и пишет, что якобы я там скидывают мне там деньги за ножи, которые я получил, и ножи им не высылаю. Ребят, я у кого-нибудь, скажите мне, из вас хотя бы взял наперед деньги. У меня цель, понимаете, принцип, точнее не цель, а принцип у меня. Я беру деньги по готовности товара. Есть желающие, которые там, к примеру, да, я хочу оплатить сразу. Я не заставляю никого платить, понимаете? Никого. Я беру по готовности товара. У меня принцип такой. Менеджер может с вас попросить предоплату, скажем, за индивидуальный заказ. Ну, сами меня понимаете. Если индивидуальный заказ, тогда менеджер он просит там, скиньте там 3000 рублей, к примеру, там, если заказ 10 тысяч стоит. Это делается для того, что если вы потом откажетесь в дальнейшем, то я хотя бы здесь не проиграю, хоть что-то я как-то вложился. Я знаю там, ну просто, знаете, это недоказуемо, но знаю, что там вот это пишут, они там 3-4 страницы создаются и пишут всякую хрень. Ну понимаете, у меня есть телефон, мой номер 8-920-066-3333. Есть WhatsApp, есть Viber. Это мой личный номер. Понимаете, для заказа есть номера менеджеров, которые указаны под видео. Вы можете им заказывать там товар, все. Но я даю свой личный номер, что если какой-то косяк, да, был косяк, мы там менеджеры не брали телефон, я их, поверьте, наказал, принял меры. Сейчас будет намного лучше. И я прислушаюсь к вашему мнению и как бы стараюсь, потому что без вас я никуда. Вы почитайте отзывы, ну не отзывы, а комментарии в Ютубе, отзыв, потому что это такая Ютуб тема, то, что там люди пишут живые, то, что их видно, вот они, странички, вот они пишут, там их много. Снимают видео там, да, всякое. Я не хочу, чтобы в дальнейшем было только хуже. Я хочу, чтобы человек, когда заказал вещь, вернулся ко мне обратно за заказом. Вот это моя цель. А принцип не брать с вас деньги, так скажем, наперед. Потому что я говорю, я делаю долго, у меня долго. Сейчас я, может быть, буду модернизировать, буду производство улучшать, пройдет какая-то модернизация, и пару человек еще я возьму, которые научатся, да, возможно, будет больше. В данный момент больше там 150 ножей в месяц я сделать их не могу.
Не могу. Это итог, смотря каких. Также на вопрос, вот вы там, к примеру, финку там из H12 не берете, а ну, то, что она дешево. Ну как, ребята, она дешево? Она стоит 5700, это не дешево, это нормальная цена, во-первых. Во-вторых, цена обоснованная, кстати, за фурнитуру литья, за сам клинок, за работу, цена обоснованная. А, да, вот я прервался, то, что вы отправляете их потом, сначала отправляете дорогие заказы. Ребята, у меня на нож Хищник ИЗС-390, по-моему, 27 ножей на данный момент висит в заказе. Сумма 27500. Как вы думаете, это мало? Я думаю, нет. Посмотрите сами, что у меня вот авторские ножи, вы которые увидели, по 70 тысяч, по 170, по 450. Люди ждали, который нож по 450 тысяч, я его сделал только за полгода. Этот ножичек, и тот мы делали троем, три мастера, то есть трое человек делал, везде вот так возилось. Паутину нож, который заказывали. Спарки, которые отправляли. Эти все ножи достойные такие, они делались очень долго, и люди ждали. И сейчас, в данный момент, неважно мне нож, 95-я сталь, H12, L-Max. Я хочу, чтобы он был нормальный нож. Я вам... Вы знаете, какой у меня плюс? То, что я свой Rockwell, когда тыкнуть, показать то, что сталь, да, действительно, у ней 61 единица есть. Понимаете? Есть. Все. Это главное. Потом, по поводу там, людей писали то, что еще скинули деньги. Ну, ВКонтакте какие-то девушки там просили, мы вам скинули деньги, все, мы ждем, а от вас ничего нету товара. Ребят, я сейчас стал разбираться, не мои девушки, я уже, конечно, этим клиентам все, ну, людям сказал. У меня есть менеджеры, которые работают, они как бы и на сайте этот телефон указан, и там девушка Екатерина, которая смотрит тоже за сайтом, вот она помогает ей, да, ну, помогает как бы. А деньги перечисляют это или на мою карту, или на карту моей супруги. Вот. На какую-то там Анастасию перечислили там 6 тысяч предоплату. Вот вы сами вдумайтесь, вот уважаемый клиент. Нож Хищник стоит 27500 рублей. Вам его предложили со скидкой, такой же ножичек, продать за 15 тысяч. Вам не кажется подозрительно вообще, что такая скидка... с такого качественного, ну, такого исполнения ножа, там, с инкрустацией, все, за такую сумму. И вы вносите предоплату, там, 6 тысяч рублей. Ну, для меня это, во-первых, подозрительно уже. По поводу, еще хотел сказать, по поводу того, что выполнение заказов в последующем, я сейчас немножечко буду говорить уже менеджеру, задачу поставил, что они будут у вас принимать заказы по вашему только желанию. Кто пришел заказ в базе, изготовление, я не знаю, там 2 месяца и все, сроков нет. Потому что пока я не выровняю статус вот этих заказов, пока люди, которые у меня заказали, не получат, пока эти комментарии со сроками не пройдут, я просто, я понял одно, что надо пока приостановиться. Клиентов много, и мне это неудобно. Я понимаю, что каждый хочет. Да, заказывайте. Заказывайте. Нравится, ждите. Видео буду выпускать часто по наличию ножей. По бюджетным там ножам сейчас просят. Вот, да, сделаю. По наличию. То есть есть раз-раз. Вот как с инкрустацией сейчас выпустил ножи. Все там раз, они там за день их все купили. Все, пожалуйста, купили. Каждый человек посмотрел ножичек вот так вот. Мне понравился. Он ушел. Также и хочу сейчас так сделать по наличию ножей. Но заказы, которые я взял, я их все выполню в любом случае. В любом случае. Мне неудобно, потому что уже смогу перед людьми. Мне неудобно то, что меня уже начинают там херачить, пиарить, подставлять как-то. Вот это вот мне вообще это не нравится. Мой ножик какой-то там начинают уже убивать. Специально высылают там, убивают его где-то. Ну, я уже понял, это уже пошло вот это вот. Ну, без лицо, и там, конечно, все показывают некрасиво. А вот показал вам даже вот по заказу вот ножичек вот этот сталь S390 финочка с ножнами. Ну вот если сделать финку плюс вот эти ножны. Ребят, у меня вот эта вот хрень, точнее литье, не приклеено вот к этой хрени, к этому дереву. Оно отфрезеровано здесь и заходит вот сюда вот. Вы видите, какая здесь стабилка?
Это экстра. Здесь она дорогая. Поэтому народ и возвращается. То, что это стабилка экстра с прожилками, хорошо отстабилена. Вот посмотрите, какая вот красота. Кстати, просили там кто-то финку, меня там спрашивал, ZS390. Да, вот, она есть в наличии сейчас, вот эта финка, цена 30 тысяч рублей. Кому интересно, там, пишите, на WhatsApp отправим в день заказа. Ребят, поэтому я вас очень прошу понять, просто отнестись к этому всему. Нам сейчас, мне сейчас самое главное, это сохранить, ну, вот эти процедуры, как у нас было раньше. Спасибо. Если есть какие-то у вас мысли по поводу этого, да, там, что как сделать, пишите в комментариях, я обязательно их прочитаю, постараюсь. Каждый комментарий будет прочитан, постараюсь ответить. Если есть мысли, конечно, пишите. Все, спасибо большое за внимание. Юрий, финочки мы тебе отправляем. Спасибо за опять очередной заказ.